В этот день комиссия рассмотрела 10 протоколов, которые были составлены за нарушение тишины в ночное время, статья 27 областного законодательства. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. С 22 до 6 часов утра в местах постоянного проживания и временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по 9 протоколам с нарушителями были проведены профилактические беседы и вынесены предупреждения, а по одному протоколу любитель меломан заплатит штраф в размере 1500 рублей.